Привет, ребят, вы на канале Рыбакит, меня зовут Ваня, я сейчас буду рисовать кролика. Я вчера нарисовал кролика здесь же, но он оказался сложным. Я сейчас хочу нарисовать простого кролика, чтобы каждый мальчик смог и девочка смогли бы его повторить. Начнем кролика рисовать, смотри, с чего, с травы. Странно, ты хочешь сказать? Да, это такой кролик, он называется пасхальный. И я рисую сейчас с травы. Почему с травы? Я хочу тебе это рассказать, потому что она на переднем плане. А теперь я рисую два яйца. И они вот такие. Одно яйцо. Не такие большие, не огромные, потому что здесь-то кролик должен поместиться. Такие яички. И сюда вот такое яичко засунем. Раз, два, три. Вот у нас два яичка. Сразу нарисуем лапки. Лапки вот так идут у кролика. Вот так. Он их обнимает. Обнимает яйца. А теперь рисуем кролика. Кролика рисуем просто. Рисуем овал такой, большой овал вот такой. Раз, почти как яйцо, но оно лежит. Это яйцо лежит на яйцах. Получается один овальчик, второй овальчик, третий овальчик. А теперь ушки. Ушки самое главное у кролика. И у меня ушки вот такие будут. Один сюда ушко идет одно. Второе будет немножко загибаться. Смотри, как я делаю так. Раз, потом иду сюда. Раз и раз. И оно как валенок загибается. Сюда завернем, и вот мое ушко готово. Не мое ушко, а ушко кролика. Вот так. Хоп. Здорово? Здорово. А теперь рисуем, что рисуем? Глазки. Глазки рисуем большие. Отличные глазки. Так. А теперь рисуем, что теперь, что дальше рисуем, меня отвлекли. Так, теперь рисуем нос. Нос здесь рисуем. Нос, улыбочку, вау, и усы, по три уса. И, конечно же, плечи. Вот такой кролик у меня получился. И здесь можно нарисовать его попку и хвостик. Вот такой кролик. Давай раскрасим его. Раскрашу я его масляной пастелью. Он очень будет яркий. Я выбираю самые яркие цвета. Свежезеленый цвет, салатовый цвет. Он желто-зеленый. Он очень яркий. Я закрашиваю траву. Теперь я выбираю, какой цвет, какого цвета ты хочешь кролика. Я хочу ни серого, ни желтого, ни розового, а такого нежного-нежного кремового цвета. Очень он мне нравится, этот цвет. Я его редко использую, только когда рисую людей. А сейчас я рисую вот именно такой красивый рисунок на Пасху. Таким бежевым, светло-светло-кремовым цветом, да? Нарисовали. Теперь берем, уже можно розовую взять и подкрасить ему ушки, внутренние части, носик, и можно щечки подкрасить, потому что он у меня очень добрый, очень-очень веселенький кролик. Желтым я покрашу одно яичко, желтое яичко. Я забыл ему и попку сразу подкрасить. Ты, если что, мне напоминай, попку под... и подкрасили. А второе яичко у меня будет голубое, одно будет розовое, нет, желтое, другое голубое. Мне нравится голубой цвет, яйца голубого цвета, очень нарядные. Отлично, наш рисунок готов, теперь мы его украсим. А как мы украсим? Нарисуем чубчик нашему кролику и немножечко волосиков. Везде нарисуй такие маленькие волоски, шерсть. Везде попробуй ее нарисовать, он сразу у тебя будет как живой. Нарисовал? А теперь добавляем оранжевого цвета сюда. Вот, ну, к примеру, такие волны. Нарисуй волны. Волны. Так, сюда. А сюда я добавлю синего. Хорошего синего возьму. Темно-синий цвет. И поставлю здесь наверняка... Какие здесь можно нарисовать? Полосочки. По две полосочки. А теперь я возьму зеленый и нарисую здесь кружочки. Кружочки. И вот мое яичко, и одно, и второе раскрашенное. И мой зайчик получился. Кролик. Я рисовал кролика, да, ребят? Я рисовал кролика для вас. Приходите, рисуйте. Теперь все по расписанию. Сегодня прям расписание есть, оно в сторис видно. Приходите в нужный момент, когда вам что-то интересно. Или вечером заглядывайте. Сейчас я нарисую несколько рисунков. Ой, кролик, ой, какой няшка. Люблю кроликов. Пока. Пауза, и я продолжаю.